Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы уделим внимание простым вещам, которые могут вас защитить негатива. Поэтому носите эти вещи с собой каждый день. Что это за вещи и почему мы считаем, что именно эти вещи защитят вас от негатива, далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной и важной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, каждый человек ежедневно сталкивается с негативной энергией, и это отрицательно влияет на человека. Как минимум, ухудшается на настроение, самочувствие и здоровье. Поэтому каждый человек может носить определенные простые вещи, которые будут защищать от негатива, от сглаза и от каких-либо других негативных последствий. Ну а как же защитить себя от негативной энергии с помощью этих простых предметов и вещей? Все достаточно просто. Вы должны понимать, что если бы вы хотя бы раз были в контакте с энергетическим вампиром, вы точно знаете, насколько сильно бывает влияние. Поэтому очень важно защищать себя вот от того негатива, от того вот сглаза и всего того, что могут вам посылать другие люди или ваши же недоброжелатели. И вы, для того, чтобы защититься от этого всего, вы можете использовать самые обычные вещи. Итак, что это за обычные вещи, которые готовы вас защищать? Давайте начнем с булавки или с броши. Булавку мы все с вами давно знаем, это достаточно эффективное средство защиты от любого негатива и сглаза. И о ее силе знали наши предки. Очень часто наши бабушки и прабабушки нам рассказывали о силе булавки и как правильно ее использовать. И каждый раз, когда вы прикалываете к булавку, к своей одежде, обязательно активируйте эту защиту следующими словами: «Не дай меня в обиду, не дай мне заболеть, не дай удачи ко мне охладеть». Также вы можете носить не просто булавку, которую вы заговорили, а, например, какую-то красивую брошь, которая будет, например, ее же прикрывать. Также обращаем ваше внимание, что если вы используете в повседневной жизни булавку или брошь, старайтесь именно это использовать каждый день и смотреть на это защитное ваше средство, как оно себя ведет. Потому что бывает очень часто так, что на человека был оказан нехороший негативный посыл, и, соответственно, булавка или брошь приняли на себя. Булавка, как правило, она может почернеть, она, например, может поломаться. Такая же ситуация и может быть с вашей брошью. Когда вы увидели, что ваша самая любимая брошь поломалась, что-то с ней произошло, в таком случае поблагодарите обязательно ее за службу и купите себе другую, а эту выбросите или закопайте в землю. Но когда будете закапывать в землю, то обязательно закопайте под старое, именно лучше всего, если дерево уже не живое. Используйте особенно булавку или брошь в том случае, если вы работаете в коллективе, где постоянно сплетни, какие-то зависти, постоянно скандалы и так далее. Это вам булавка или брошь вам будет очень сильно помогать. Проверено, это все работает. Далее, друзья, поговорим о серебре. Вы знаете, серебро, оно способно защищать нас от любого негатива. И недаром ранее, еще в те далекие времена, в церквях выливали колокола из серебра, потому что именно серебро, оно блокирует негатив, зависть, ненависть, сглаз. Но помните, что именно серебряные украшения нельзя носить с украшениями из других драгоценных металлов, чтобы оно не потеряло свои защитные свойства. Поэтому, если вы любите носить золото и серебро,
то в таком случае один день одевайте серебряные украшения, а другой день одевайте золотые украшения, потому что будет происходить дисбаланс, и, соответственно, ни одно, ни второе вам не будет помогать. Да, возможно, все будет красиво, но все-таки серебро имеет достаточно сильные свойства защищать вас от негатива. Далее поговорим о красной нити. Если вы, вот сейчас такая вот идет даже мода, если вы посмотрите на фотографии знаменитостей, то вы заметите у них на запястье красную нить. И именно наши звезды, возможно, вы видели у Филиппа Киркорова, возможно, вы увидели у Аллы Пугачевой, возможно, увидели у Леонтьева, да, также носят и молодые артисты. Они знают, что такое оберег и как он может защищать владельца от негативной вот этой энергии зависти, сплетен, а также привлекать удачу. И для такого вот оберега с красной нитью обязательно выбирайте только натуральные материалы. Это может быть шелк, это может быть шерсть, это может быть хлопок, но в любом случае завязывайте на запястье красную нить, и вы увидите, как в вашей жизни будут происходить многие события, но будут происходить совсем другим способом. Следующее мы поговорим о зеркальце. Обычное карманное зеркальце, которое носят любить многие девушки с собой, это отличный отражатель негативной энергии. Такое зеркальце, оно защитит вас от врагов, от всевозможных завистников и даже от энергетических вампиров. Но вы должны понимать, что главное условие, ваше зеркальце должно быть в открытом виде, и его нужно носить в сумке или в кармане. Лучше всего, если, например, вы идете на работу, где происходит, то есть вам хорошо платят, но там постоянно сплетни, какая-то зависть, какая-то ругань, тогда носите обязательно. Обязательно в кармане маленькое зеркальце, и чтобы это зеркальце, именно само зеркало, было отражением к людям, и тогда вам ничего не грозит. Далее соль, друзья, соль также, именно кухонная соль, она также является мощным оберегом, потому что соль поглощает негатив в себя. Вы ее можете носить в мешочке из натуральных материалов. И достаточно одной чайной ложечки, чтобы активизировать защитные силы соли. Соль вы можете носить в сумочке, вы также можете иметь в машине или даже разложить вот такие сумочки по дому. Знаете, соль — это достаточно сильный оберег, который действительно вам будет всегда и во всем помогать. Далее нательный крестик. И вы знаете, нательный крестик, он способен защитить своего обладателя от любого негатива. Но главное правило при выборе крестика, он должен принадлежать только вам. И его могут дарить только крестные или ваши родители. А также вы можете покупать в церкви есть церковные лавки. Как правило, там уже все освящено, и они имеют также такие вот важные свойства, как целительные свойства и защитные.